о возможности продолжения апелляционного рассмотрения дела в присутствии осужденной мирной защиты по данному делу. Выйти из заключения о неблагодарящем моего ходатайского до и о моей... Постановление Березняковского городского суда Пермского края 23 мая 2013 года в отношении Алехиной Марии Владимировны оставить без изменения апелляционная жалоба, осужденная Алехиной, адвокатов Даровой Круновой без удовлетворения. А также запрещает своим защитникам участвовать в судебном заседании. Ну, вообще суд, конечно, очень тяжелый, да, в общем, наверное, с московского периода я такого безобразия не видела, честно говоря. То есть этот цинизм судьи, если это вообще сопоставим, по-моему, с цинизмом Сырова. Мне кажется, таки-то будем говорить о всех нарушениях. Как сказала сама Маша, вот буквальная судебная система в Российской Федерации. А что касается Алехиной. Это решение суда ничего не меняет. Это решение суда говорит о том, что мы будем продолжать работать, мы будем продолжать жаловаться, обжаловать. У нас впереди еще есть работа. Журналистов, которые имеют адвокатов, которые к ней приходят.